Здравствуйте, это компания Vivo Telecom, и мы сегодня познакомим вас еще с одним Баофенгом. Называется модель UV16 Pro. Эта модель появилась в 2022 году, и ее отличают две интересные особенности. Это наличие USB порта Type-C для зарядки аккумулятора. На нем я потом подробнее остановлюсь вообще на процессе зарядки. И также заявлена, по крайней мере, производителем влагозащита IP68. То есть это не только погружение до 1 метра, а гораздо глубже, и не на 30 минут, а на большее время. Ну, проверим хотя бы там даже не IP67, у нас испытание будет даже попроще, просто погружение в воду полностью. Проверим, насколько она соответствует. Есть, честно сказать, сомнения с первого взгляда, поэтому, ну, сейчас подробнее остановимся. В остальном же станция представляет собой обычный двухдиапазонный Баофенг с внутренним интерфейсом, похожим на все остальные станции. Давайте я вот для сравнения возьму UV82, всем известный, да, UV5R, также всем известный, то есть по габаритам она нечто среднее между этими двумя станциями. По конструктиву, конечно, она чуть отличается. Во-первых, у нее аккумулятор на фиксаторе, и по периметру аккумулятора есть резиновая прокладка. Вот вы видите ее. Это для обеспечения влагозащиты. Но сейчас, когда на конструкции остановимся, еще расскажу некоторые подробности. Так, давайте по весу, пока вот без аккумулятора, например, потому что на пятерке аккумуляторы тоже сейчас разные бывают. Давайте я вот взвешу пятерку без аккумулятора и антенны, 106 грамм, и UV16 Pro, 149 грамм. То есть она потяжелее и габаритами побольше. Так, ну и давайте 82-ю тоже взвесим. Вот промежуточное значение 82-я, 131 грамм. Так, ну давайте переходим тогда к комплектации. Дальше уже посмотрим, поизмеряем данные. В комплекте поставки идет сам приемопередатчик. Вот такое зарядное устройство. Ничего не весящее, никаких данных по напряжению и по токам потребления нет. Но сразу скажу, мы уже все измерили. В режиме заряда где-то 0,8 ампера идет ток зарядный, что достаточно неплохо. Конечно, у смартфонов, например, процесс заряда происходит гораздо быстрее, но для китайских станций это вполне хорошо. То есть станция через вот этот стакан заряжается около 3,5 часов, мы замеряли. Сразу про тогда Type-C. Также примерно 0,8 ампера ток заряда идет. Ну и, соответственно, по времени заряда то же самое будет. Адаптера в комплекте не идет. Идет только дополнительный шнурок Type-C, Type-A. То есть два шнурка, грубо говоря, в комплекте, потому что здесь он запаян жестко и кабель несъемный. Могли бы китайцы сэкономить еще и на кабельке, если бы здесь поставили разъем Type-C, но не сделали они этого. Так, дальше клипса с металлическим основанием, сама клипса пластиковая. Идет на пояс, темляк на руку, инструкция. Вот такая вот антенна, типа мышиный хвост, с разъемом SMA, розетка, как обычно у китайцев. Рассчитана она на работу сразу в двух диапазонах. Сейчас мы параметры ее также измерим. Ну и самое интересное или самое печальное в данном случае. Аккумулятор литий-ионный, емкость заявлена 8800 мАч. Естественно, вот при таких габаритах и весе ни о какой емкости, даже подобной, речи быть не может. Реальная емкость данного аккумулятора составляет 1320 мАч. То есть в 6 раз с лишним емкость ниже заявленной. Это как обычно.
Позор для Баофенга. Не знаю, зачем они продолжают это делать, но они это делают. Причем, смотрите, еще вот с этой зарядкой есть проблема в контроле заряда. Мы зарядили полностью аккумулятор через USB Type-C. Напряжение было на нем в итоге 8,4 вольта примерно. Потом постояла станция на приеме. Естественно, аккумулятор чуть был разряжен за это время. И напряжение на аккумуляторе стало у нас 8,1 вольта. Подключаем мы зарядное устройство штатное. И зарядное устройство, аккумулятор не заряжает. Соответственно, показывает полный заряд. То есть зеленый индикатор горит, заряжать она его не хочет. Соответственно, с этого напряжения, ну то есть поняли, да, что если вы чуть только разрядили аккумулятор и поставили его на зарядку, то он заряжаться у вас не будет. До какого-то предела происходит, там до 8 вольт или еще ниже, пока мы не выясняли. Так вот, после первого прогона разряда аккумулятора с напряжением 8,1, вообще емкость аккумулятора была 1171 мАч. Далее, после полной разрядки током 0,5, ну, 0,5 ампера, мы снова зарядили аккумулятор штатной зарядки с нуля, да, то есть, и в итоге аккумулятор зарядился до конца, то есть, напряжение на клеммах после полной зарядки составило 8,37 вольта. Соответственно, после этого мы опять разрядили током 0,5 ампера и получили емкость реальную 1321 мАч. То есть такую емкость мы использовать и будем. То есть сразу получается две проблемы. Во-первых, емкость ниже в 6 раз, да. Во-вторых, зарядник этот вот самый простой, и контроллер заряда у него работает не совсем правильно. То есть если вы аккумулятор поставите чуть разряженный, то он заряжать его до полной зарядки не будет, ну, до полного напряжения. По зарядке и аккумулятору неуд. Так, дальше комплектация вот такая, то есть стандартная. Гарнитуры, обратите внимание, в комплекте нет. И сетевого адаптера также нет. То есть вам придется сейчас, как в современных телефонах, адаптер где-то искать другой. Аккумуляторы давайте еще поподробнее остановимся. То есть вот это вот все, это естественно не аккумулятор, то есть ячейки стоят только вот в этом месте. Соответственно, предположительно используется вот типа таких пакетов, но емкостью 1300 мА примерно. То есть два вот таких мешка, грубо говоря, используются, соединены они, чтобы обеспечить напряжение 7,4 вольта. Конструкция станции. То есть по периметру, как я уже сказал, идет резиновая прокладка, и это очень хорошо. Надеюсь, хотя бы через контакты аккумулятора влага не попадет. То есть аккумулятор заводится сверху и фиксируется вот этим винтом. Сейчас мы его зафиксируем сразу. Хотя особо фиксировать не будем, потому что нужно будет еще токи потребления снимать. Далее слева у нас есть кнопка PTT резиновая и одна резиновая кнопка дополнительная. Функции я сейчас ее озвучу. Плохо, что она одна. Все-таки иногда хочется повесить какие-то функции и на вторую кнопку тоже. Сверху, как обычно, у нас фонарь светодиодный, индикатор работы, регулятор громкости, он же включение станции. Антенный разъем, естественно, SMA. Вилка стоит на станции. Теперь справа у нас находится разъем, опять же, штатный, совместим с радиостанциями Kenwood. И внизу, вот под такой же откидывающейся заглушкой резиновой, стоит Type-C полноценный для зарядки. Динамик у нас расположен, естественно, на передней панели. Микрофон вот здесь находится, возле кнопки FM. Полноценная клавиатура. Клавиатуру, кстати, хочу похвалить. Смотрите, она
сделана не ровными площадками, она сделана вот такими пирамидками, да, и, соответственно, нажимается достаточно удобно. И еще плюс в этой клавиатуре в том, что у нее функции указаны на кнопках дополнительно, то есть есть быстрый доступ. Не как обычно буквы, да, указаны на кнопках у некоторых производителей, а именно быстрый доступ к функциям, что тоже хорошо. Ну, давайте переходим тогда к управлению. Так, давайте я сразу, пока не забыл, покажу версию тогда. Так, еще раз. UV16V01. Так, и на шестерочку нажимаем. 2102-22-3M. Так, по внутреннему интерфейсу типичный Baofeng. То есть, если, допустим, сравнивать станции по дисплею, также абсолютно одинаковы, да, они. Давайте я тогда покажу на кнопке, что повешено. Фонарь, переключение, если длительное нажатие используем, то отключается шумодав. Так, теперь меню давайте я вам продемонстрирую. Сразу тогда шумодав сейчас мы поставим на минимальный уровень для замера чувствительности. Смотрим, что здесь есть. Ну, то есть, есть здесь абсолютно все то же самое, что и, например, в 82-й станции. В этой. Поэтому сильно останавливаться, наверное, я не буду. Давайте шаг сетки я покажу. На всякий случай тоже, да. 6.25 есть у нее. 2.5 минимальный. Ну, давайте я на 25 обратно вернусь. Мощность, уровень. Только 2 выбирается уровня мощности. Оставим высокий. Режим сохранения аккумулятора или энергии аккумулятора на тройке стоит. Как с завода он есть, так мы его и оставим. Так, Vox. Ну, в общем, я не буду сейчас все озвучивать функции, они абсолютно такие же, уже 100 роликов про это есть, поэтому смысла я не вижу. Я просто пролистаю, чтобы вы знали, что здесь есть. Ну, я отличий, по крайней мере, от 82-го, там, от пятерки, не заметил. Никаких-то уникальных там диапазонов, никаких уникальных функций. Типа захвата частоты там или еще что-то в этой станции нет. Все, 41 пункт меню. Так, теперь здесь давайте посмотрим, сколько на всякий случай тоже, да? Да, абсолютно. 41 пункт меню и здесь. То есть ничем нас производитель UV16R не удивил. Так, ну все, давайте тогда переходим к измерениям. Для начала измерим выходную мощность на двух диапазонах. То есть диапазона только два, никаких авиадиапазонов, никаких саткомов, ничего в этой станции нет. То есть только чисто два диапазона. Так, проверяем выходную мощность. Сначала на частоте 145 МГц. Мощность высокая, естественно, вся шкала 10 Вт. Смотрим. То есть вот 4, 6, 8, 10. Риски верхние, надписи снизу. Нажимаю. Так, ну, 4,9 ватта, в принципе, все нормально. 4,9, так, теперь 434 мегагерца. Смотрим, здесь 4 ровно.
Так, смотрите, в выключенном состоянии станция ничего фактически не потребляет, 48 микроампер, поэтому смело можете оставлять аккумулятор подключенный к станции. Теперь... Вкручивать аккумулятор каждый раз еще то удовольствие, конечно. В режиме ожидания проверяем, сколько станция потребляет. Вот смотрите, выждали мы уже 63 цикла. Сейчас станция, получается, слежение за двумя каналами отключено. Режим сохранения энергии стоит на тройке, то есть сейф режим на тройке. В итоге получаем 42 миллиампера потребления, да, в дежурном режиме с одним каналом. Один канал. Ну, то есть, это фактически то же самое, что и у пятерки. То есть, у пятерки было 43 миллиампера. То есть, я думаю, что отличий от той же УВ-5Р фактически никаких и не будет по вот этим характеристикам. По потреблению и по избирательности, по чувствительности. Ну, сейчас проверим. Так, теперь включим тогда два канала, да? Сторону побежал. Так. TDR. Включаем. Так, сразу она начинает у нас принимать на 434 помеху какую-то. Так. 435 я сейчас переключусь. Так вот, с включенным дисплеем, заметьте, 106 миллиампер она потребляет. Блин, все равно что-то принимает. Сейчас еще отстроюсь. Даже, кстати, без антенки, да, она какую-то помеху схватывает. Так, 435, 225. Блин. Она на 145 теперь принимает почему-то. Хотя, когда один канал был включен, она не принимала ничего. Так, ну давайте я переключусь тогда здесь, тоже отстроюсь. 145-150. Так, ну все, сбрасываем показания тогда. Еще раз, чтобы режим сохранения энергии включился. Дождемся. Ну и теперь 60 сэмплов выждем, сколько она у нас будет потреблять. То есть, когда приемник отключен, она потребляет где-то 28 мА, ну или вот 20 мА. Когда приемник включается на проверку, 78 мА. Потребление возрастает. Ждем. Так, ну все, прошло 60 сэмплов, смотрите, 39 миллиампер, да, то есть даже чуть меньше она потребляет почему-то. Может быть, режим экономии энергии жестче становится, ну, интервалы обхода больше, возможно, или включение приемника, но тем не менее, на пару миллиампер она потребляет даже меньше, то есть смело можете использовать режим двойного слежения, dual watch или как он, dual standby, да, у Баофенга называется. На потребление это не повлияет. Так, теперь выясняем ток потребления на прием на полной громкости. Громкость, как вы видите, я на полную поставил. Смотрим максимальное потребление на прием. Принимаем на радиостанцию Баофенг УВ-16 Pro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В режиме Safe 3 одно слово первое было съедено фактически. Так, максимальное потребление составило 227 миллиампер на прием. Так, теперь на передачу. Мощность полная. Смотрим, сколько она будет потреблять на передачу станция. Так, 1403 миллиампера. Так, вычисляем время работы
радиостанции в цикле 5-5-90, 5% времени передача, 5 прием, 90% дежурный режим, с одним каналом, то есть ТДР, когда отключена, мы получаем время работы 28,5 часов с такой вот позорной емкостью, которая реально есть на данном аккумуляторе, а не 8800, естественно, мы рассчитываем. 1321 мАч после второго прохода. Так, 28,5 часов с одним каналом, с двумя каналами 30,7 часа. Ну, конечно, это мало. Если бы реальная емкость была, понятное дело, что было бы очень хорошо. Ну, а так, обычный Баофенг, как и пятерка, как и 82, все они примерно работают одинаково. И причем емкость батареи у них примерно в этом районе и есть. Только у BF-H7 была побольше, 1800, да, насколько я помню. Я, кстати, ссылку вам на таблицу, естественно, дам, на нашу сборную таблицу по измерениям всех характеристик или измерения характеристик всех проверенных нами радиостанций. Там вы можете сравнить и Баофенги в том числе. Там их очень много. Это, наверное, уже 15-й получится Баофенг у нас в той таблице. Вот, в общем, ничего впечатляющего по потреблению, естественно, нету, и по времени работы тоже. Проверяем чувствительность на частоте 145 МГц. Шумодав у нас на единичке стоит. Давайте я вам покажу, да, видно, SQL One. Так, теперь 145 частота, на генераторе частота 145, FM-модуляция, амплитуда минус 131,5 dBm. Увеличиваем, смотрим, насколько, на какой амплитуде откроется шумодав. Это и будет чувствительность в реальных условиях, то есть не с полностью отключенным шумодавом и по 12 дБ сената, а именно в рабочих условиях, какая чувствительность. Минус 126 уже сигнал хорошо слышен. Минус 126 dBm на 145. Переключаемся на 434. Здесь на генераторе выбираем частоту 434 МГц ровно. Передатчик включен. Модуляция включена. Смотрим амплитуду здесь. В принципе, также минус 126 dBm можно поставить. Так, теперь перестраиваемся по частоте на 10 кГц и измеряем избирательность по соседнему каналу. С минус 126, да, будем уходить. Посмотрим, насколько от близ лежащей помехи откроется шумоподавитель станции. Помеха отстоит на 10 кГц в данном случае. Смотрим. Так. Ну вот, на минус 98 он уже открылся. То есть 28 единиц. 28 единиц – это 10 кГц. Так, теперь давайте на 15 отстроимся и тоже проверим. Но здесь обычно показания получше, естественно, потому что уже отстройка на 15. Но тоже проверим. Потому что в табличке у нас дано и 10, и 15 на некоторых станциях, поэтому проверяем. Да, не очень. Минус 72.
9. То есть 21 и 26, 47 единиц при 15 килогерцах. Да, по избирательности тоже он не блещет, конечно. В городе его на 400 мегагерц будет сложновато использовать, потому что он будет принимать все подряд у вас, скорее всего. Проверяем прием и громкость динамика, фиксируем максимальное значение. Не вижу, фиксируются они или нет сейчас. Вот так вот. Фиксируем. Динамик на полной громкости. Подставляем его прямо к измерителю. Смотрим. Принимаем на радиостанцию Baofeng UV16 Pro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три. Слабовато. 115,1 децибела. Передаем с радиостанции Baofeng UV16 Pro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, смотрим антенну. Мышиный хвост этот, который идет с UV16 Pro. В общем-то, в диапазоне 135-175 она себя неплохо проявила. Весь у нас экран, соответственно, вот эти 40 МГц. Минимальное значение КСВ, ну, примерно 151 МГц. То есть для любительского диапазона не дотягивает, но вот в этом диапазоне, ну, в смысле, на этих частотах 151 МГц, 1,39 и сопротивление 56 Ом. На 145 ровно 2,7 КСВ, 35,5 сопротивления. Смотрите, в 400 МГц тоже достаточно хорошо, то есть 400-470, весь диапазон, как раз на серединке примерно минималка. Прекрасная антенна. Где-то на 437-625, да, у нас получается. 1,6, 33,6 сопротивления. Но антенка радует, несмотря на то, что габариты относительно у нее большие, но зато настроена она неплохо. То есть вообще весь диапазон 400 МГц у нее меньше 3. То есть смело можете ее использовать, передатчик она вам не спалит. Ну что, начинается самое интересное. Смотрите, все заглушки закрыты полностью. Антенна закручена до конца, как видите. Но, смотрите, вот если видно сейчас будет, вот здесь вот есть проблема. То есть остается зазор небольшой между станцией и антенным разъемом. Не знаю уж, поставил ли туда производитель резиновую прокладку внутрь, но у Ясу, например, у станции, здесь дополнительная резинка стоит для того, чтобы через антенный разъем влага не просачивалась. Здесь же Baofeng этого не сделал. Поэтому я боюсь, что вот это как раз будет слабое место. Вот через этот вот разъем, через эту щель, сейчас влага может проникнуть. Так, ну здесь понятное дело, давайте я еще закручу до конца аккумулятор до упора. То есть, видите, нигде зазоров нет. Но здесь с аккумулятором наверняка будет все нормально, потому что все-таки есть резиновая прокладка, то есть она достаточно плотно становится, батарея. Вот тут вот могут быть проблемы тоже. Такая заглушечка не ахти. Меня, кстати, надоедает эта станция, постоянно она принимает какую-то помеху, хотя я даже сейчас шумодав уже загрубил. Сейчас подождите, покажу вам. Так, стоп, где тут у нас шумоподавитель-то, на какой менюшке? На нуле, вот, семерка стоит. Все равно помеха на 434 периодически лезет. Но для нас это и плюс, потому что сейчас, когда в воду погрузим, может быть, будет принимать эту помеху. Ну что, сначала я тогда медленно ее опускаю. Наблюдаем за пузырями. То есть все закрыто, как видите, станция в рабочем
в боевом положении. Смотрим. Видите, да? Аксессуарный разъем набирает пузыри внутрь. Ни о каком IP68 речи быть не может. Сейчас она через этот разъем аксессуаров полностью воду наберет себе точно. Слов нет фактически. Все видно. Позор, позор. То есть два места очень неприятных у данной станции. О, включился фонарь, потому что уже контакты замкнуты. Да, кошмар. Со станции. То есть, видать, и через кнопки проникла влага внутрь. Слышите звуки, да? Похоже, динамик тоже набрал воды. Ну все, станции хана. Да, вот. Дисплей полный влаги. Под разъемом вода. Фонарь не выключается. Из станции льется вода. Да, позор, позор, позор. IP68, естественно, здесь никакого нет. Ну что, станция выключилась сама и уже не включается. То есть все, утопленник конкретный. Вот прежде чем что-то заявлять, надо немножечко проверять, где тут IP67. Тут не IP68, не IP68, тут не IP67, не даже наверняка IP54 тоже не будет, потому что ну и в антенном разъеме есть отверстие. Тут вот этот вот разъемчик не ахти. Ну, конечно, вообще позор. Вот зачем обманывать так в наглую, я не понимаю. Сейчас мы станцию разберем, посмотрим, где тут именно влага проникла. Но я боюсь, что и здесь проблема, ну и... Тут уже явно было видно, что вот через этот разъем все пробежало. Сняли аккумулятор. Под аккумулятором вода, но вода, скорее всего, попала просто через вот это отверстие и попала уже внутрь. Вот, видите, оно отсюда выливается, с этого уголка. Вот такой вот китайский IP68. Так, смотрите, начинаем разборку. Сняли вот этот вот винт. Здесь на нем есть резиночка. Это хорошо, тут они продумали. Далее, вот на этих двух звездочках никаких резинок нет. То есть была надежда все-таки, что данная
по периметру резинка, и винт с резинкой защитит от проникновения вот в это место влаги. Так, дальше. Здесь, справедливости ради, скажу, резинки здесь стоят. Вот видите, на антенном разъеме и на разъеме громкости резиночка есть. Открываем. Все в воде. То есть вы же понимаете, да, для чего Motorola, например, делает многоконтактные разъемы? Естественно, для того, что она не верит в то, что сможет защитить такой вот разъем с проникновением внутрь, да, в корпус станции. Ну вот, просто, видите, открытый разъем. Если через внешнюю вот эту прокладку влага проникает, то она оказывается фактически внутри станции. Так вот, Motorola даже не надеется защитить этот разъем и ставит специальные многоконтактные разъемы для того, чтобы обеспечить влагозащиту. Baofeng же, заявляя IP68, оставляет вот такой вот разъем чисто пштырьковый с проникновением внутрь корпуса. Но это, естественно, надежды, как я и сразу сказал, что влагозащиты здесь быть, скорее всего, не может никакой. Так. Клавиатурка. Клавиатурка полностью резиновая, поэтому здесь, в принципе, пузырей не было. Видимо, влага сюда все-таки не проникла. Но опять же, если опустить на 2 метра, то и через это вот все может также на плату просочиться. Все-таки давление воды уже будет больше и, возможно, проникновение. Ну, давайте я вам сейчас сниму плату, тогда покажу, что там за чип тогда используется. Так, сняли нижнюю часть корпуса. Смотрим. Ну, то есть с этой стороны вы видели, да? Так, здесь вот можете посмотреть. УВ-16МО В07 от 26 сентября 2021 года. Ревизия платы. Так, ну и здесь типичный БАО, да, 1846S RDA чип приемника. Так, здесь у нас микросхемку можете прочитать. Вот кто-то просил из подписчиков показать, что внутри. Ну, внутри типичный БАО. Ничего интересного здесь нет. Забыл сказать, смотрите, микрофон никак не защищен, никаких прокладок нет. Динамик может быть и нормально, потому что он здесь, во-первых, уплотнен, да, наклейкой, чтобы плотно стоял. Во-вторых, он вклеен, возможно, через этот клей влага не проникнет. Но вот через микрофон она, естественно, проникнуть может, потому что, вот видите, отверстие под микрофон вообще просто сплошное. И сразу микрофон монтируется на плату, без всяких резиновых прокладок. Еще чуть-чуть вас задержу. Смотрите, резинка, да, которая нажимает на контакты, она сама резиновая, но, во-первых, ее можно снять, да, отсюда, то есть она никак не защищена, ничем не закрыта, не проклеена, и вот такая ей ответная часть пластиковая стоит. Ну, то есть тоже это потенциальная проблема, в принципе, потому что если будет давление воды там больше 1 метра, я думаю, что через это тоже все влага может просочиться. Обычно как заделывают, то есть заливают силиконом, тут, например, заклеивают, либо какие-то прокладки получше ставят. Здесь же так все сделано достаточно небрежно, поэтому тоже в этом месте, опять же, могут быть проблемы. Дисплей, кстати, дисплей, вроде бы проблем особых я не вижу. Давайте я пленочку эту уберу. Ну, вот эта часть тоже, вот это стеклышко, оно вклеено. Но нигде никаких отверстий нет. Наверное, дисплей, возможно, выдержал бы погружение, если бы не было других узких мест. Поставь лайк и подпишись на канал. Порадуй мои железяки.
Так, ну что, давайте подведем итоги тогда по Баофенку V16 Pro. Pro не выдержало русское ведро. Преимущества. Начнем с преимуществ тогда. Type-C разъем с нормальным током заряда, ну то есть почти 0,9 ампера. Удобная клавиатура. Вот такая. С таким вот наклоном, то есть нажимается она действительно удобно. Лучше, чем плоская клавиатура набирается. Ну тут-то крупная она, а вот на пятерочке, например, она мелкая. И с наклоном набирается она гораздо лучше. Далее, антенна штатная тоже себя неплохо проявила. 1,39 внизу и 1,6 вверху. Но по поводу избирательности, чувствительности, выходной мощности, потреблению, это обычный БАО, то есть тот же пятерка, да, то есть никаких отличий в ней нет. То есть типичная станция, что по интерфейсу, что по характеристикам. Теперь о недостатках. Первое. АКБ ужасно. В 6 раз занижена реальная емкость. Ну, в смысле, реальная емкость в 6 раз ниже заявленной. Вот так скажем. Избирательность тоже для города слабоватенькая. 28 единиц на 10 кГц, 47 на 15 кГц. Ну и самое главное, самое позорное в этой станции заявлена влагозащита IP68. Естественно, никакой влагозащиты нет. Я вот сомневаюсь, знаете, поставить ей кол или поставить ей все-таки 2 балла. Но давайте за антенку, за Type-C разъем все-таки рабочий, поставим все-таки 2 балла ей. То есть у V16 Pro у нас получает 2 балла. Все в воде от этой станции, конечно. Кому видео понравилось, кого мы уберегли от лишних трат, просьба поставить лайк и подписаться на канал. На этом тогда с этой станцией закончим. Опять мы разочарованы, как обычно, Баофенгом. Это Viva Telecom. Всего вам доброго. До свидания.